А не пойти бы вам... Послания на этой неделе буквально заполонили всю информационную повестку. Все началось с президента России, речь которого свелась к нескольким тезисам. Это не мы, правда за нами, и все будет Россия. Потом в гонку заявлений вступил Китай, а вот опередил всех Байден. Но, как говорится, куда бы нас ни посылали, отовсюду мы вернулись счастливыми и с магнитиками. Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов Ермак Медиа и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Не буду вас грузить всем тем, что именно в послании президента так возмутила общественность, тем более качественно об этом рассказала моя коллега Вика, ссылку оставим в описании. Перейду, пожалуй, к последнему, к тому, что на этой неделе в ряды миротворцев неожиданно записался и Китай, представив общественности свой план урегулирования российско-украинского конфликта. Кстати, именно эти 12 пунктов в ходе рабочей встречи Лукашенко и китайского представителя несколькими днями ранее анонсировал белорусский лидер. Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта в Украине. И если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия. Ну и после такого заявления все с содроганием в сердце ждали позицию Китая. Но чудо не произошло, потому как все озвученные Китаем тезисы свелись примерно к следующему. Знаете ли вы, как урегулировать этот конфликт? Да, безусловно, его просто не нужно было разжигать. И я сейчас не шучу. Если вы обратитесь к первоисточнику, то есть к тем самым 12 пунктам, то вы поймете, что ни до России, ни до Украины Китаю нет абсолютно никакого дела, а вся та речь не что иное, как демонстрация позиции. Вообще я не продаюсь, но если за деньги, то да. Потому как, давайте по чесноку, Китаю крайне выгодно ослабление нашей страны, ведь возможность выкручивать руки тогда никто не отберет, а это ресурсы ниже рынка, то есть практически даром, это сбыт своих товаров в России по завышенным ценам, все равно ведь в условиях санкций брать больше негде, ну и в конце концов это не решаемый годами вопрос Сибири, причем как вырубки леса, так и территориальной целостности. А в условиях спецоперации, демографического и экономического превосходства Китая, прям скажем, ничего не помешает стране оккупировать нашу малонаселенную Сибирь. Надо только подождать, когда Россия измотается и будет не готова к новому противостоянию, пусть даже и за собственные квадратные метры. Ну и пока страна обсуждает эти 12 бесполезных с точки зрения миротворчества пунктов, нам остается только утирать слезы, помахивая платочком тем, кого уже не вернуть. На этой неделе исполнился ровно год с момента спецоперации, начатой на территории Украины. Честно скажу, все ждала какого-то подвоха или провокации. Про миру мир, естественно, умолчу, потому как утопия нынче не в моде. Но ни того, ни другого, ни третьего не произошло. Зато сразу в нескольких городах России появились надписи и баннеры, приуроченные годовщине начала спецоперации. Своими высказываниями люди решили обозначить свою позицию, но были изгнаны полицией. В Томске, например, патруль выставили у Новособорной площади и у Камня скорби. Власти считают, что именно эти места могут стать отправной точкой для митингов. В Казани игрушки и таблички с надписями горожане несли к памятнику жертвам политических репрессий. В Екатеринбурге несанкционированный митинг планировался у знаменитых масок скорби, но всех пришедших, в том числе и организаторов из Свердловского молодежного яблока, встретили сотрудники полиции. Среди задержанных автор телеграм-канала «Свет Екатеринбург» Владислав Музафаров. Так что ни возложения цветов, ни слов скорби не получилось. Как не получилось их услышать 24 февраля и от президента. РИА Новости в лице господина Пескова заявила: обращение к россиянам не планируется. Но ведь скрыть все ранее обозначенное как-то надо. и инфоповод нашелся, причем буквально в обед 24 февраля. В Тобольске школьник пытался поджечь военкомат коктейлем Молотова, но вот неудача, до военкомата парень так и не дошел, попав в руки правоохранителей. Правда, как полиция оказалась в нужном месте и в нужный час, история умалчивает. Как, собственно, умалчивает и тот факт, откуда у стражей порядка настолько тонкая интуиция, чтобы понять, у этого подростка в кармане бисквитный рулет, а у этого бутылка с зажигательной смесью. И да, кто и когда сказал, что поджечь школьник собирался именно военкомат? Ведь всем известно, что на этой неделе в России проходит Масленица. Ну там блины пекут, чучело сжигают. Так вот, может, и парень решил поиграть в народные забавы, а мы сразу террорист, фашист, преступник. И это как бы не считая того, что вопрос, а был ли мальчик, вообще с повестки тоже никто не снимал. А между тем, днем ранее в России сразу в нескольких городах местные жители заметили машины мобильных пунктов, предлагающие службы по контракту. В Екатеринбурге такой автомобиль стоял у парка Маяковского, в Новосибирске у железнодорожного вокзала. Я понимаю, что День защитника Отечества, понимаю, что вроде как бы все это в тему, но вот эти вот шутки типа маску на каску, вакцинацию на мобилизацию, оптимизма-то как-то вообще не прибавляют. Да и очереди из тех, кто хотел повторить, на фото я не увидела. Но этому, наверное, есть логическое объяснение. Хотел повторить, уже повторяет. И только так, а не иначе. Правда, с помощью каких средств, пока непонятно. На этой неделе все СМИ обсуждали открытый конфликт владельца ЧВК «Вагнер» и Министерства обороны, начавшийся еще на прошлой неделе. Тогда сразу несколько групп бойцов Пригожина записали к властям обращение, в котором буквально обвинили Минобороны в нехватке боеприпасов. Вас приветствует артиллерийское подразделение ЧВК «Вагнер». Каждый день мы выполняем сложные боевые задачи и прикрываем наши штурмовые группы. На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Мы обращаемся к нашим коллегам и друзьям из Министерства обороны. Мы уверены, что где-то на складах эти боеприпасы есть, и мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам и поставите эти боеприпасы. Огромное количество людей выживет и сможет продолжить успешно участвовать в боевых действиях. Каждый день мы теряем сотни наших боевых товарищей. Их могло бы быть в 2 раза меньше, если военные функционеры вовремя нас снабжали вооружением и боеприпасами, всем, что необходимо. Хватит беспредельничать. Дайте нам воевать. Дайте нам защищать свою страну, свою родину. Здесь сотни наших парней. Отправьте своих детей, которые снимают тиктоки, на это. Позже появился и комментарий самого Пригожина, в котором он утверждает, что за всем этим стоит никто иной, как начальник Генштаба, который предпринимает попытку уничтожить ЧВК «Вагнер». А это, в свою очередь, можно приравнять к измене Родине. Конец цитаты, которую приводит пресс-служба Пригожина. 22 февраля официальный канал Минобороны России отчитался о поставках добровольцам почти 13 тысяч боеприпасов, на что бывший вербовщик заключенных ответил: только на бумаге. В реальности же боеприпасов нет. Также Пригожин посчитал нужным пройтись и по некоторым региональным администрациям, заявив, что они не поддерживают спецоперацию, потому что не хоронят его бойцов с почестями. Ну и так как среди обиженных оказалась и Свердловская область, то наш губернатор решил не оставлять историю без своего комментария. Он пояснил автору заявления, что такое беспредел, и предложил ему заняться своим делом. Внимание, цитата. «Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся». Конец цитаты Куйвышева, который приводит издание РБК. И если раньше я считала, что бессмертный в этой всей истории исключительно Пригожин, ну, потому что пошел против Минобороны, то теперь за бессмертием впору посылать и Куйвышева, потому как просто так эту ситуацию поставщик котлет и макарошек точно не оставит. Особенно с учетом последних событий, когда государственным СМИ строго-настрого запретили упоминать фамилию Пригожина и его ЧВК в любых журналистских материалах. Никаких цитат, никаких благодарностей или освещения деятельности бойцов Вагнера. Все. Бан, игнор и черный список. А ведь ранее в тот же черный список Пригожин попал и со стороны Евросоюза, а причина все в том же ЧВК «Вагнер». Вот теперь даже интересно, насколько и кто своих не бросает. Ведь официально теперь Пригожин свой среди чужих и чужой среди своих. А по данным некоторых СМИ, к сливу его кандидатуры готовили еще в январе. Но черный пиар решили отложить на неопределенное время. Причем рулит операцией, по мнению Рунью, первый зам главы администрации президента сам Алексей Громов. И что-то мне подсказывает, что могильный холмик, в котором упокоится прыть военачальника, все же может вырасти, потому что если хейт-машина завелась, то ее уже точно не остановить. Вот как-то так, друзья. Но у меня на этом все. Я благодарю вас за вашу активность и отзывчивость. И да, второй выпуск новостей мы уже загрузили на нашем канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, мы с вами точно не потеряемся. А вновь мы увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.